Всем привет, продолжаем гулять по сюжетам и мифам. Вот сегодня я вам расскажу вкратце о Фаэтоне, это сын бога Гелиоса, по более поздней версии Аполлона. Чтобы доказать свое божественное происхождение, Фаэтон умолил отца разрешить ему хотя бы один час в день управлять солнечной колесницей. Гелиос, ранее поклявшийся выполнять любую просьбу сына, вынужден был согласиться, но узнав, о чем тот просит, устрашился и пытался отговорить юношу. Вот как пишет Овидий в «Метаморфозах»: «Смертного рок у тебя, а желание твое не для смертных. Даже правитель Олимпа, сам что Перуны, стремит ужасной десницей, не станет сей колесницы вести, а кто же Юпитера больше?» Ну, так пишет Овидий. Но Фаэтон не внял предостережением отца, настоял на своем. Когда Гелиос вручил юноше вожжи, кони, почувствовав слабую руку возничего, понесли, и огненная колесница приблизилась к земле и опалила ее. Засохшие травы, деревья охватило пламя, море превратилось в песчаную пустыню, все горело. Чтобы спасти землю от гибели, Зевс поразил Фаэтона молнией, и он мертвым упал в реку. Вот такой миф о Фаэтоне, который решил хотя бы день поуправлять солнечной колесницей. Все, всем пока, всем привет. Посмотрите картинки, которые я нашел. До свидания.